Предметы первой необходимости – банданы, снуды и письма со словами поддержки. Участники движения «Серебряные волонтеры» регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков поблагодарил их за помощь нашим бойцам. Вижу, как поставлена работа в Одинцово, как в других округах Московской области поставлена работа волонтеров, кто все поддерживает специальную военную операцию. Низкий вам поклон за ваши труды, это очень ценно. Также парламентарий в рамках региональной поддержки бойцов передал автомобиль в зону СВО. В него загрузили всю собранную гумпомощь. Такая машина обладает высокими характеристиками, надежностью и пригодна для условий бездорожья. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».